Пингвины – семейство нелетающих морских птиц. Кроме того, это единственные прямоходящие птицы. Пингвины всегда держатся группами, а на суше во время размножения эти птицы живут огромными колониями, в которых могут объединяться от десятков до нескольких сотен тысяч пар. Нередко расстояние между соседними гнездами составляет всего полметра. Пингвины считаются отличными пловцами, однако они тратят немало физических сил в процессе ловли рыбы. Ведь для того, чтобы насытиться, им приходится проводить в море несколько суток. Половина всех погружений в поисках еды доходит до глубины 50 метров, а остальная до 100 и более метров. Крупные виды могут находиться под водой свыше 18 минут, ныряя при этом на глубину до 260 метров.